На протяжении месяца в рамках акции «Подарим весеннюю радость и тепло» Даугавпилсское отделение Латвийского Красного Креста собирало пожертвования и подарки для жильцов Центра поддержки семьи, приюта и групповых квартир на улице Шаура, 26, и особенно для сотрудников Центра легочных заболеваний и туберкулеза Даугавпилсской региональной больницы, который многие месяцы стоит на передовой линии борьбы с COVID-19. Данная акция также была приурочена к столетию Даугавпилсского комитета Латвийского Красного Креста. Жильцы на Шаура, 26 получили самые разные бытовые предметы, одежду и еду, тогда как для Центра легочных заболеваний удалось собрать целый фургон свежих фруктов, кофе и полезных чаев, а также вкусные подарки от предприятия «Latvijas Maiznieks». Воспитанники детских садов отправили свои добрые пожелания, а Латвийский Красный Крест вручил медикам благодарственную грамоту за их отверженный труд. Конечно, очень приятно, что вы все оценили наш труд. Мы работаем сейчас с повышенной нагрузкой. У нас около 100 коронавирусных пациентов. И, конечно же, большая нагрузка ложится на наш средний персонал, младший персонал, потому что многие из них лежачие, требуют ухода. У многих очень тяжелые заболевания, кроме коронавируса еще. И поэтому мы работаем с нагрузкой, и поэтому такое внимание, конечно, очень всегда приятно. Вот большое вам спасибо, немножко вас порадовали. В акции приняли участие как члены Даугавпилсского отделения Латвийского Красного Креста, коих насчитывается почти 1000 человек, так и просто небезразличные люди. Этими подарками Красный Крест выражает свою благодарность врачам, которые уже долгое время не знают отдыха, и многие из них сами переболели этим заразным недугом. Я думаю, что это самое святое сейчас у нас, медики, это вообще... Просто люди, которые спасают нас, которые помогают нам, и которые, ну, наверное, без них не могли бы мы сейчас прожить. Я знаю, как тяжело им, морально устали. Вот они приходят в палату с улыбкой, и просто спасибо им за это, что за ихнюю работу. Акция почти подошла к концу, но Красный Крест напоминает, пожертвования, как материальные, так и в виде денежных перечислений, а также разные виды помощи, можно предлагать в любой день. Для этого можно обратиться в Комитет Красного Креста по телефону, электронной почте или через социальные сети. Актуальные события Красного Креста также освещаются на официальной странице Facebook. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.